Всем привет, дорогие друзья! Я хочу обратиться к определенной категории людей, к мужчинам, к парням. 1 апреля пройдет мужская конференция. Очень классные вещи вы должны сегодня услышать. Они очень важны для вас. Еще! И я приглашаю тебя на это особенное событие. Оно особенно тем, что на ней будет учить и молиться апостол Владимир и Виктория Мунтян. И когда ты общаешься с Духом Святым, он будет проявляться не только в молитве, он будет проявляться в разных сферах твоей жизни. И он поможет тебе. И знаешь, все мужские конференции – это всегда что-то незабываемое, что-то невероятное. Когда апостол Владимир и Виктория говорят слово и молятся, происходят невероятные чудеса в жизнях сотен и тысяч мужчин и парней. И это факт, и это по-настоящему. И я приглашаю тебя на эту конференцию. Не пропусти это время. Знаешь, поставь напоминание, просто ожидай это время и уже готовь свое сердце. И Бог приготовил что-то особенное для тебя. Мы ждем тебя.